Салам алейкум. Турецкие вооруженные беспилотные летательные аппараты Байрактар TB2 в настоящее время являются лучшим примером того, как небольшие, многоцелевые, беспилотные боевые самолеты обнаруживают живую силу противника, вооруженную тяжелым оружием, и решительно формируют последствия противостояния. Об этом говорится в статье британского издания Drone Wars. В статье подчеркивается, что после Второй войны в Карабахе многие признают, что Байрактар TB2 и другие беспилотники доказали свою эффективность в бою. Во время операции в Карабахе беспилотник Байрактар TB2 использовались для точного определения расположения важных военных объектов Армении и выведения их из строя. Приводит репорт, выдержки из материала. В статье отмечается, что согласно оценкам, во время Второй войны в Карабахе TB2 уничтожили более 500 целей, в том числе 90 танков, принадлежащих армянской стороне. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.